последнее время греко-римская борьба возвращает позиции лидерства по популярности. С каждым годом на спортивном небосклоне появляются новые звезды, новые титулованные спортсмены. Об этом неоднократно говорилось на торжественном открытии чемпионата республики. Сегодня греко-римская борьба – это вид спорта, в котором белорусские спортсмены могут себя достойно проявить. Греко-римская борьба в нашем регионе начала развиваться не так давно. Буквально 2,5 года назад мы уже действительно так вот взяли за этот вид спорта. И у нас уже начинают появляться свои такие небольшие маленькие звездочки, такие как Илья Чебурка. Более сотни молодых атлетов приехали в город над Бугом, чтобы побороться за право считаться сильнейшим. Для уже известных и титулованных спортсменов эти соревнования являются определенным этапом подготовки. Для молодых – возможностью заявить о себе. Объединяет их одно – все настроены только на победу. Есть сейчас много очень хороших молодых ребят. Я думаю, что ребята на ближайшем чемпионате мира добудут медали. Есть надежда, что из Рио-де-Жанейро мы не повторим ошибок Лондона. Прием с медалями тоже. Только в начале 19 века греко-римская борьба стала такой, как мы привыкли ее видеть сегодня. Захваты проводятся только руками, без участия ног. Побеждает в схватке тот, кому удается положить противника на обе лопатки на ковер. Пройдя долгую историю становления, греко-римская борьба в современном ее понимании сохранила лучшие традиции и боевой дух, с которым и сегодня бойцы выступают на соревнованиях.